кирпичных школьных стен яркие слоганы и мотивационные хэштеги. Движение первых обрело лицо. Первое визуальное оформление нового воспитательного направления появилось в 10-й Когалымской школе. Пока таким живописным холлом может гордиться только одна общеобразовательная во всем округе. Смотря вот на эти слова, да, первые, у нас страна первая во всем. И на самом деле, то есть и в спорте, и в космосе, и в искусстве. И я считаю, что вы должны к этому стремиться, и вы должны точно так же быть первыми по всем направлениям. Здесь же во время церемонии открытия торжественно подписали соглашение с председателем регионального отделения движения первых. Когда мы открываем такое пространство, мы хотим в большей степени повысить узнаваемость российского движения детей и молодежи и информированность детей о том, что есть такой проект, такое сообщество, да, там, детей и молодежи, которое ждет сегодня каждого в своих рядах. Проходя мимо такого пространства, достаточно навести телефон на QR-код, чтобы узнать больше о движении и о том, какие возможности получают ребята, участвующие в нем, говорит председатель. Дополнить общую картину яркими наклейками с важными человеческими ценностями выпала честь лучшим ученикам школы, лауреатам и победителям различных конкурсов и олимпиад. Теперь таких активных и успешных станет больше, уверены педагоги. Ведь движение первых – это возможность участия в проектах не только региональных, но и федеральных. А значит, еще больше вариантов, чтобы реализовать себя и свои идеи. Движение первых для меня – это в первую очередь одна большая семья, которая дает множество возможностей. Различные мастер-классы или, как минимум, существуют же различные формы этого самого движения первых. Находить там знакомых, друзей по интересам и отлично проводить время, как минимум. Очень горжусь тем, что наша школа приняла участие, что она стала одной из школ, которые участвуют в движении первых. Я очень рада этому оформлению. Мне все нравится. Я горжусь, что я состою в движении первых. Такие школьные пространства планируется открыть во всех общеобразовательных учреждениях Югры. Но быть первыми среди первых всегда приятно, говорят ученики. Олеся Дементьева, Михаил Суханов, «Наши города».